пришло это название. Честно признаюсь, название придумала не я, хотя обычно я всегда все придумываю. И был один проект, который мы хотели реализовать с другой командой. Но так сложилось, что пошли мы по разным путям, и все равно название мы оставили «Медведь», хотя изначально называлось «Медведь». Ну, как-то люди не могли выговаривать букву «Ё». Но самое интересное, что как только мы переименовались в «Медведь», нас стали называть почему-то «Медведь». Но все-таки мы «Медведь», и это переводится как «знающие наслаждение». Поэтому мы пишем это через дефис. Ну и вообще, когда нас как бы сподвигали на то, чтобы переназваться, мы сказали, что нет, мы не хотим. Это было решение всей нашей команды. Потому что медведь — это сила, это образ России, символ России. Это мощь, которая живет в каждой из нас и которая поддерживает нас и ведет к нашему успеху. Вот поэтому мы называемся «Медведь». Раз, два, три. Оказывается, снова я. Вы знаете, у нас в анонсе был конкурс, который мы анонсировали задолго. Это розыгрыш ваучера на поездку в Турцию. Кто хочет в Турцию поехать? Как-то не очень много желающих, да? А вот там Зоя хочет, да? Отлично. Хотите узнать, что для этого нужно сделать? А, Вика тоже хочет. Хотите? Отлично. Ну, смотрите, значит, все очень просто. Инстаграм есть у всех? А, Аня, у тебя есть, да, Инстаграм? Прекрасно. Вот видите, у юного поколения уже есть Инстаграм. Итак, что же нужно сделать? Нужно подписаться на нашу группу в Инстаграме. Она у нас называется ФК Медведь. Сейчас вы увидите табличку, чтобы было понятно. Сделать фотографию с девушкой из команды и с табличкой, где будет указан наш хэштег. И обязательно указать место проведения нашей презентации, то есть караоке-клуб «Пантеон». Вот, собственно, табличка, и будет она лежать у нас на барной стойке. А девушек в зале, я думаю, что вы познакомились и уже их найдете. А в конце вечера мы подведем итоги этого конкурса и узнаем, кто же выиграет сегодня этот ваучер.